Тигрица, раздетая дочь Игоря Крутого, восхитила народ. Наследница известного композитора нежится на солнце в Монте-Карло, Монако. Дочь Крутого Виктория поделилась снимком с отдыха в своем инстаграм-аккаунте. Девушка поделилась с подписчиками игривым снимком в пятнистом купальнике. Приемная дочь Игоря Крутого сразила пользователей соцсети. На снимке певица позирует на лежаке у бассейна. Это лето, звериные принты всегда создают особенную атмосферу. Цитирует подпись к публикации дочери Крутого «Пятый канал». Пользователи соцсети уловили кокетливый тон Виктории и восхитились ее прелестями. А можно рядом лечь? Вижу, место рядом есть. Мама ми, тигрица, шикарная фигурка. Я влюбился в тебя с первого фото. И мое сердце ты покорила навсегда. Написали фолловеры. Внимание на экран. Как писали шокирующие новости, в июне дочь Крутого сообщила о возобновлении карьеры. Виктория объявила о выходе своего клипа. Она вновь запела. Девушка была вынуждена прервать музыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери. Напомним, что Игорь Крутой женился в 1995 году на бизнесвумен по имени Ольга. От первого брака у продюсера есть сын Николай, а у его жены – дочь Виктория. С ней у знаменитого композитора сложились хорошие отношения. Также у супругов есть общая дочь Александра. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад. Эвакуации и взрывы. Жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах. Понос и рвота. Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске. Шоссе перекрыли, есть пострадавшие. Подробности жуткого пожара в Мытищах. И многое другое.